Так, и где же может быть здесь то, что мне нужно? Может быть, наконец-таки в эту пещеру нам сходить в очередной раз? И в ней, возможно, таки что-то появится? И вот сюда еще сходить надо. Теперь, я думаю, сюда это я смогу попасть. Я ж уже понял смысл, как попадать в такие места. И будет хорошо, все будет хорошо. Это, конечно же, не точно. Вот так, получается, мы уже были везде. Вот тут поняли, что находится. Вот тут осталось только побывать. А так, получается, здесь были мы везде. От слова абсолютно. Если, конечно, тут не осталось какое-то прям уж дико скрытое место, которое можно только, блин, не знаю, конченному задроту найти. Знаю, что нас немножко подкрепает, но ничего страшного. Очень будем надеяться, что я иду верным путем. Очень будем на это надеяться. Аллилуйя, да. Угадал, что что-то здесь-то должно было быть. Мы два раза были здесь, и ничего не происходило. Иди сюда. А ты так хочешь? Навались. Все про каналы. Да иди нафиг отсюда, бесишь. Так. Я ж хотел еще вот сюда сходить. Так что давайте сходим. Может, наконец-таки я заберу то, что там находится. И обрету счастье и. Побежали. О, тихо. Так, секунду. На всякий пожарный обезопасим себя. Тихо. Куда ж тебя так прет? Два раза подряд этот
это провернуть. Ай-яй-яй-яй-яй. А ну-ка. Лишь бы это помогло. Так, а ну-ка. Если я... Да. Нужно было два раза подряд это сделать, и 16-й осколок у нас есть. А вот где остальные, вот это уже, конечно же, вопрос. Причем, я бы сказал, даже с такой громаднейшей звездочкой. Хотя, возможно, все они находятся там, где я думаю. Опять же, это не точно подтверждаемая информация. И на всякий случай надо... Вот теперь можно смело идти дальше. Так, смотреть карту. Сейчас мы будем выбираться на поверхность и, собственно говоря, текать отсюда. Хотя можно отсюда сейчас упасть вниз и сразу же телепортнуться. Неплохая идея, только надо действовать аккуратно. Да-да-да-да-да, знаю эти шипы, шипы, везде шипы. Шипы — это плохо. Вот, в принципе, и готово. Так, теперь нужно в порт, в порт, в порт. Я хочу в порт. Давайте же заплатим этим сердцем. Надо же выяснить, что с брательником-то стало. Жив ли он? Или таки нет? Доках по соседству с железным терминалом. Так, в доках по соседству с железным терминалом. В доках. Хорошо. Железное так железное. Хотя, зря я это сделал. Если нам нужно в доке, то мы можем сразу же по-быстрому туда приплыть. Вполне себе логичнее, на мой взгляд.
Так, по соседству с Железным Королевством. Ну же. Да, я всегда готов. Так, в доках, в доках. Ух ты. А вот здесь я ни разу не был в жизни, а? Ни разу не спрыгивал, чтобы узнать, что здесь. Но, к сожалению, кристаллика здесь мы тоже не наблюдаем. Обидно. Ну вот, в доках я был. Это ж они по соседству с Железным Королевством. Или что конкретно имеется в виду? Так, ясно. Ну, хоть радует, что не пришлось долго искать информацию. Так, значит, теперь нам сказали снова ж на фабрику топать. Хватило нам того робота на фабрике искать, теперь снова туда надо. Только теперь, чтобы человека найти. Хотя я, кажется, догадываюсь. А может быть, это не то место, о котором я догадываюсь. Ладно, в любом случае нам нужна фабрика. В который раз. Немножко плачевная ситуация, и все же придется идти вниз. Тихо. Так. Ага. Ну, братья. Надеюсь, ты там.
то это место, о котором я подумал изначально. Нам сказали топать на конкретную фабрику. В районе фабрики. Ищем подсказки в районе фабрики. Только интересно, а подсказки должны быть от человека? Или же мы должны... Ну хорошо, людей, которые тут были, спросили. То есть на фабрику уже идти не надо, надо топать в трущобы. Ну спасибо, что не придется снова по этой фабрике адской лазить. Но вот то, что сейчас нужно возвращаться обратно и спускаться в трущобы, это конечно да. Это конечно да. Возможно, он где-то тут находится в канализации. Но это конечно же не точно. Но поищем. Наконец-таки и с этим заданием разобрались. Ну теперь-таки, я так понял, можно... Фух, коль не ошибаюсь, забей... Куши... Ланши... Разми... Тарани... Все они у нас хотят, если не ошибаюсь...
кто на гору, кто в хан. Так что, наконец-таки, мы разобрались со всеми нашими делами. И по-прежнему у нас написано, что мы кого-то не нашли. Так, ну раз так, все. Со всеми нашими делами мы разобрались. Все, валим отсюда. Валим отсюда, куда только можно. Просто валим боком. Так, стопе. Тут уже можно и вниз упасть. Побежали, 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 побежали. Валим, валим, валим отсюда. Ну, не настолько валим, конечно же. Да. Это в порт, разумеется. Куда ж мне еще отправляться-то? А через него уже сейчас отправимся в место, которое нам по-любому надо. Посмотрим, что местные... Посмотрим, что местные монахи нам скажут. Вот я и здесь. Опа-на, сюжет. Мне впервые показали сюжет. Вау. Да, это место, конечно, разрушено прямо что ни на есть. И это прискорбно. It's completely destroyed after all. It's not as bad as you think. The monks, they knew this would happen, and they got out in time. They'll be back. They'll rebuild this place. I understand some of what they were trying to tell me now. I wish I had seen it sooner. I could have stopped so much suffering. No sense dwelling on the past. You can't judge yourself for what you've done. Just do better from now on. What was that, Razmi? Did you just say something nice? No. Leave me alone. Thanks, Razmi. Whatever. Let's just get you giant and gross again. That's what we're all here for. To Sumeru, then! Сюда пока мы не подходим. Так, погоди. Я пришел. Thank you.
Так, вот это уже интересно. Ну, прибыл я сюда наконец-таки. По заданию мне нужно на саму гору попасть. Да, по заданию мне нужно попасть на саму гору. И там повыполнять некоторые из действий. Так, это уже интересно. Вашего темы были, тут мы тоже все поделали. Тихо ты. Не, мне явно показано, что я должен пойти туда, только как? Все, ты больше не хочешь со мной говорить? Focus. Точно, я же забыл. А пробить получится? Не, по крайней мере, здесь нет. А если я туда побегу? Блин, да что ж надо сделать, чтобы тебя пробить? Может быть, мы на корабле сможем туда отправиться? Раз так не получается. Ладно, в любом случае, выясним это через мгновение.